Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня – сюрприз. Учитель зомбологии удешевляет и без того жуткие приемы. Поможет ли стратегическая колода розы, перестраховка, проучить его? А это сейчас мы и узнаем, поможет или нет. Значит, мы будем играть с тобой за розу. Против разгрома. Окей. Ну что нам тут? Ох ты, хорошая карта. Я... Ох, ё-моё. Так, погоди, это меняем тогда. Давай, наверное, оставим пока вот так, как есть. Нет. Давай-ка без вот этих вот выкрутасов своих. В плане? Ты серьезно? Я думаю, мы сейчас заменим, и все будет окей. Ага, заменили. Хорошо, поехали. Давай нормальную карту мне вытягивай. Фигня на самом деле. Так что, опа, сумоист. Вообще отодвинул, да? Что у нас тут? Минус два, да? Вот сюда вот. Все. Угу. Садовод-огородник появился. Ну что же нам с тобой сделать лучше? Можно, в принципе, бомбануть. А можем сделать... Давай-ка я вот так, наверное, поставлю. Что у него там? Блин, безумие. То есть он этих двоих пробьет, как ты понимаешь. Ладно, хмырь. Сейчас мы что-нибудь с тобой придумаем. Опа. Да ты заколебал. Вот так вот. Еще один. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, сделаем следующим образом. Поставим сюда. Поставим сюда. Пока. Как говорится, перестраховаться просто. Допустим. Так. Вот что он сейчас будет делать, я не знаю, ребят. Что он будет клепать? Отлично. Вот ты как решил, да? Вот ты как решил сделать. Ну, мы с тобой тогда вот этого отсюда уберем. Поставим сюда. Отличная карта. И сюда. У него одна заклинашка, ребята. Что он там делает? Плохо дело. Плохо дело. Карту будет вытягивать еще, гаденыш, а? Каждый раз, блин. Так, что мы можем с тобой сделать? Вот это, в принципе, да, применить? Нет, лучше мы вот этого поставим. Да, наверное, мы с тобой сделаем вот так вот. Да ты заколебал, ну серьезно, ё-моё, ну. Ну вот как вот можно так играть, ребят, а? Вот скажите мне, пожалуйста. А? Все? Двойного-то выстрела нету? Ну ты посмотри, а. Давай я, наверное, сделаю. Беда так будет у нас, если я так сделаю. А другого варианта нету. Че, поехали? Надеюсь, у него там заклинашек нету, да?
Защита, защита, где моя защита, блин? Вот она. В козла его превращаем. Отлично. Так, ребят, я не знаю, он, наверное, поджидает, да? Что-то, мне кажется, у него там будет такое. Но я думаю, что ему не хватит энергии что-то влепить. Безумие! Так, ребят, надо как-то аккуратненько, блин. Что он сейчас поставит? Да, конечно, ага. Держи-ка карман шире. Вот так вот. Надеюсь, все, да? Погнали. Здоровье у меня, конечно, всего лишь 3 единицы. Мало, блин. Даже не мечтай об этом. Так, что ли, влепить? Поехали. Так, он, у него может, ребята, выпасть отхил, насколько мы знаем, да? Опачки, а мы с тобой сейчас захиляемся, по ходу дела. Нет, не захиляемся. А все, ему крышка. Ну, как-то так, ребята, выиграли главное. Роза молодец. Ну, с такими картами, конечно, грех было не выиграть. Так, нанесите 5 единиц урона героям, используя карты антигерой. Отбросьте карту и нанесите 20 единиц урона героям бабах. Слушай, вот сейчас мы как раз и начнем с бабаха, я думаю, да? Погнали. Где наш бабах? Дайте мне, пожалуйста, его. Поехали. Ну что, попробуем сегодня до 15 ранга дойти. Как можно быстрее. Ох, нифига, вы что, сразу 27 ранг мне дают. Прикинь, я 13, а мне дают 27. Хорошо, вы устроились, я смотрю. Ладно, ребят, будем начинать потихонечку. Так, пропускаем ход. Тоже пропустил, да? Окей. Началось, да? Так, танцоры. Естественно, нам нужно с тобой вот этого убирать. Чего? Фига он, ребята, тут. Давай я вот этого, наверное, уберу. Тут-то бог с ним, по одному урону мы получим. Зато этот гаденыш прокачиваться не будет. Так, ладно. Довольный, наверное, как удав, да? Так, что же нам сделать? Давай я, наверное, сделаю вот так. Вирус. Ну ничего себе. Ладно. Так, значит, у нас с тобой есть еще ягода. Ох, отличная картишечка выпала. Так. Это сейчас бомбанет опять по нам. Допустим. Призвал. Ладно, шамань. Так, ну что, мы с тобой сделаем, наверное. Ну, да блин, как лучше. Давай, наверное, так вот и сделаем с тобой. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так, он опять клепает вирус. Окей. Что, будем кого сносить в
первую очередь. Даже пока я не знаю. Хильнуться бы, конечно, нам как-то не помешало бы, но... И все, что ли? Ну, давай, поехали сюда. И... Та-та-та-та-та-та. И вот сюда. Посмотрим, что там. 3 единицы урона. Допустим. Так, у нас 3 единицы всего лишь здоровья, ребят, остается. Нам выпадает кактусенок. 2 единицы. Ну что же. У нас только один вариант сделать так. И вот так. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, я сам себя сейчас только что похоронил. Почему? Потому что когда кактус, ребята, сделает урон, он попадет по нам, он выстрелит. Мы сами себя уничтожили. С дури. Да и то, что он тут вирус делает, это все... А, не, ну если вот так вот, тогда да, тогда будет хуже. Но здесь можно было бы этого и не делать. В любом случае, мы сами себя убили. Да, здесь, конечно, бабах проиграл. Я думал, что... Ну, он как-то очень быстро стартанул, а мне нечего было поставить. Только лишь из-за этого. Но я все равно получу эти 10 гемов. Меня ничего, как говорится, уже не остановит. Да и ранг, извини меня, дали 27-й. Сразу же причем. Конечно, я понимаю, что это отмазка дешевая. Но неприятно. Ну что вот это такое, ёпрасоты, блин. Они как специально мне начинают вот подлить. Ну что вот мне 6-й, 7-й, блин. Что я здесь сделаю? Да ничего, я могу только лужайку влепить. От которой толку здесь будет мало, естественно. Не буду я ничего ставить сейчас. Есть что начинает? Но это мы с тобой заменим. Блин, я вообще-то думал, что это ландшафт. Ну, я надеюсь, что это был твой последний выпендреж, парень. Вот так вот я сделаю. Посмотрим. Все, доигрался. Больше еще ничего не осталось, чтобы поставить. Хм. Ну, давай я поставлю орех. Прекрасно. Шаманство 2 способностей. Вот он что делает. Так. Дальше опять наш ход. Еще один орех выставим, да? Давай еще один орех. И еще орех. Так, пропускаем ход. Так, случайных подтанцовщиков, да, вызывает? Как раз хорошо-то выпали. Еще и этих. А что он хочет сделать? Превратить их в кого-то или что? Я не знаю, ребят. Ай, это фигня. Убить не убьет, но здоровье, конечно, понизит. Так, этому минус. Минус один только останется на воде. Ах, вот у тебя что. Ладно. Тогда 2 у него остаются в живых. Так, виноград. Так, что он там делает? Вот какой пакость. Блин, как тут лучше сделать-то? Короче, сделаем с тобой... вот так. Вот так и вот так. Погнали. Фиг с ним, у нас с тобой сработает защита. Я надеюсь, мы сюда поставим с тобой горячку.
Да, отлично. Так. Ага. Ага. Ну, я думаю, ты понял, да, что он хочет сделать. Давай вот так вот поставим. Все растения получают минус один, минус один. Окей. Ясен перец, что у нас с тобой защита срабатывает. Так. Ну теперь что? Это вот бомбить, наверное, как-то надо. А как мы с тобой его уничтожим? Через вот это? Или вот так вот? Давай посмотрим. Так, шаманство двух способностей. Вытягивает две карты. Добор делает, ребята, добор делает. Так, астронавт размещает. Так, сейчас по мне попадет вначале, да? Теперь сюда. Ответочка. Блин, три в лицо получим все-таки. Не очень приятно. Что теперь будем делать? 6 и 3, да? 6 и 3. Поехали. Так, астронавтика. Специально поставил, чтобы ребята забить ячейку. Так. Зомби может призвать. Так, что там еще? Энергию берет. 4 и 3, 7. 7. То есть мы проиграли, получается. Получается, да, ребята? Проигрыш. Вот это начали, блин. Игру. Круче не придумаешь. Ладно, зато я выиграл 10 гемов. Так, бабах. Нет, я против него ничего не имею, ребят. Нормальный мужик, просто что-то как-то не пошло. Так, давай выберем теперь кого. Ну, мы обычно по кругу идем. Бабах, орех и тому подобное. А сейчас хочу сделать вот так. Бонг Чуй, травяной кулак. Сыграем за него. Но тут более-менее ранги одинаковые. Так что, надеюсь, все будет хорошо. Это будет лишнее пока. Это тоже лишнее, наверное. И вот это вот. Ну, фигня, конечно, получается. На самом-то деле. Водолаз появился, да? Слушай, а водолаз этот не прокачивается, по-моему? Нет. Или прокачивается? Нет, не прокачивается. Нормуль тогда. Кто там, я не знаю, ребята, кто у него там сидит. В этом... Ага. Танцор диска. Это было глупо с его стороны. Допустим. Так, водяную грушу мы с тобой поставим сюда. Хоть как-то прикроемся. Так, задумался, да, парнишка? Да ладно.
Не стал ничего тратить. Это только мне на руку. Опачки, танцор вышел. Так, бонусная атака. Блин, она меня не спасет. Блин, бонусная атака меня не спасет. Могу сделать только... Подожди-ка, если мы вот так вот сделаем с тобой. Да, вот так вот нам надо сделать. Тыч. Все, отдуплился. Ну что, поехали, 8 в лицо ему, у него останется 10 хп. 10 хп у него. Все, он сдался. Ну, хоть где-то нам повезло. Кука маэстро. Вот так его величали. Ох ты, мы еще с тобой тут 10 геймов заработали. Слушай, неплохо, геймчики идут, а мы с тобой сыграем. А давай еще разочек за травяного кулака. Угу. Супермозг против нас. Супермозг — это, конечно, мощно. Поехали, будем пробовать. Интересно, на чем он? На гробовщиках будет играть или на кровожадности, а? Как ты думаешь? Блин, а мне и поставить нечего. Мне и поставить нечего было. Скорее всего, ребята, на кровожадности он будет играть. Чую я, что именно так. Проверим. Ох, у меня вон кто есть. Блин, как ты не в тему-то поставил. Поехали. Блин, а как вот против него-то? У меня нету ничего. Три в лицо, как неприятно-то, а? И не поставишь ничего, да? Орех. Что у него там? Что у него там стоит? Давай я вот так вот сделаю. Поехали. Ох ты, ох ты, ох ты. Две энергии берет себе в запас. Есть у него там что-нибудь? Кровожадность или еще что-нибудь? Нету смысла тратить, правильно. Так, по шеям получил. Хорошая карта, прибережем ее. Да как же этого-то гаденыша достать, а? Он же так и будет по три наносить мне в лицо. Смотри-ка, ничего не стал делать. Хм-хм-хм. Интересно, девки пляшут. А давай я вот так вот сделаю. Ага, уничтожает. Так, мы будем знать, что у него этого нет уже. И вытягивает две карты. Так, две в лицо мы ему атаки наносим. А нам три в ответку летит. Блин, неужели у меня нету уже... Ага, вот, крокодильчик. Блин, подожди секунду. Тогда нам надо сделать с тобой вот так. Да и, наверное, вот так. И вот так. Посмотрим. Что он там? А, надгробие ставит. Ну, допустим. Блин, сейчас у него защита сработает. А, добор. Фу, я думал, сейчас будет это, кровожадность. Угу. Так. Он сейчас усы еще получит, по-моему, да? Точно. Что будем сейчас делать? Кого он сюда поставит? Крокодильчика бы нам влепить, наверное, да? Как-то надо.
Как-то надо нам влепить крокодильчика. Давай сделаем так. И... ну, я не знаю, давай, наверное... вот так. Посмотрим. Так, здесь у него пират. Допустим. Здесь кто? Ага. Все, да? Погнали. Блин, у него опять сейчас сработает защита. Да чтоб тебя, блин. Такой дурачок, зачем? Вот эту... а, он же передвигает. Так, ну что, ребята, будем выносить тогда его, да? Блин, он же поедает энергию, блин, не хватит тогда у меня. Я просто хотел этого поставить. А хотя, почему не хватит-то? Почему не хватит-то? 4 и 1. 4 и 1. Погнали. Поехали. Так, у него, правда, одна энергия есть. Кровожадность может влепить. Так, тут 4. Короче, в следующем ходу, я так понимаю, ему крышка будет. Мы же постараемся с тобой сделать ему крышку. Да? Через бонусную атаку. Конечно, постараемся. Тогда все, прощай. Как-то так. Отлично, кулачок. Поработал на славу. Так, ну что, у нас 14 ранг. За кого теперь поиграем? Давай подумаем. Слушай, мы с тобой давно не играли за Цитрона. Блин, вот за него тоже у меня не получается играть, ребят. Ну, почему не получается? Потому что карт хороших нету на него. И как-то я вот не могу, ребят. Тем более против заразительной сальцы. Сейчас самому даже интересно, что у нас получится. Так, у меня арбуз даже есть. Ой-ой-ой-ой, зачем же так? Трындец. Вот это я получил карты опять. Ладно, хотя бы есть могилоед. Ага, и что у нас тут? Случайного зомби за одну энергию. Пока ничего абсолютно делать не будем. Я понимаю, что он хочет там на танцорах сыграть, но мы должны ему помешать. Сейчас начнет выставлять. У меня же опять ничего нету. Опа, ниндзю. Он позвал друзей мой ниндзю. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Как тут лучше сделать-то нам? Наверное, все-таки вот так. Яйцо. И кто вылупится? Да ну нафиг. Вот это ему, блин, подфартило, ребята. Я просто удешевил ему карты и наполучал люлей. Зашибись. Лучше и придумать нельзя. О, дурачок с кукушкой. Так, ну что, давай, наверное, сделаем вот таким вот образом. Конечно, надо бы этого убирать. По уму-то. Орешек, орешек. Давай сюда поставим. Ох, еще один орех. Цитрон, а у тебя что, хила нету вообще никакого, получается? Могилку. Вот кто у него-то в этой могилке, блин? Вот скажи мне на милость. Давай проверим. Ага. Ха. Опять 2 в лицо получаем, блин.
Если я поставлю крахмал сюда. Трэш. Давай я, короче, так сделаю. Он, мне кажется, сейчас уничтожит мне крахмал этот. А, у него энергии нету. Хотя, да-да-да-да-да. За ноль. Но все равно не убьет. Так, этот минус, этот тоже минус. Так, теперь мы ставим с тобой вот этого шитика. Ох, 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 как делает. Погнали. Так. Защитка. Отлично, это придержим. Вот, ты что делаешь, да, значит? Так, а мы с тобой сейчас вот этого поставим, да? Петифон в лицо нам... Петифон, ребята, нам прилететь должен в лицо. Блин, мне бы как-то и не получится, да? И туда, и никак. Если я поставлю на воду, это 5. Да, блин, что, вообще никак не получается. Ладно, давай сделаем так. Ну, другого варианта я просто не вижу, ребят. Но это фигня, что он там наносит 2 единицы урона. А вот это вот будет похуже. Они, правда, не нанесут мне особого ущерба. Окей, сам же своих уничтожил. Мы выжили, отлично, у него одна карта всего лишь. Неуязвимость у меня есть, и она нам здесь очень хорошо сыграет. Сейчас увидишь как. Сейчас увидишь как. Это во-первых. Так, дальше. Так. И вот так. Погнали. Наносит 2 единицы всем растениям. Ну, допустим. Получил звездюльку. Так. Да-да-да-да-да-да-да. Держи карман шире, парень. Сделаем так. Я думаю, наверное, вот так еще надо сделать. Что там? Безумие. Вот это плохо, ребята. Семь лиц он убьет мне этого, да? Угу. Но это последнее, что он сделал. Он на это надеется, да? Наивный парень. Отлично. Так, и на водичку поставим вот так вот. Опа. Ну и плюс ко всему вот так вот сделаем еще. Поехали. Угу. Да-да-да-да, конечно, держи карман шире, парень. Спасибо за ягодку. Замечательно. Так, арбузик мне достался. А тут самое главное, ребята, понять, что он хочет сделать. Я сделаю, наверное, вот так вот. Перестрахуюсь орешками. И, ко всему прочему, поставлю вот так арбузик сюда. Уж не знаю, что там у него в кармане. Какая карта. Уничтожает растение. О, сейчас ему еще... А, в лицо не прилетит, да? И от того у него остается всего лишь 2 хп. Оу-оу-оу-оу-оу, потише, парень. Потише на морту. Вот так вот, наверное, сделаем с тобой. Фасулька, как говорится, нам в помощь. О-о-о.
О, друзья мои, друзья, что же сейчас будет-то великолепное-то какое? Так, наверное, нам нужно будет с тобой еще картишку, если что, взять, да? Вот так вот я сделаю. И, наверное, на водичку еще тоже мы с тобой поставим. Вот так вот. Прекрасно, да? Ну что, я жду. Защита, да-да-да, я знаю, что у тебя сработает защита. Ты 3 единицы растению наносишь. Красавчик. И получаешь сладких звездюлей. Как-то вот так, ребята. На орешках сыграли просто замечательно. Цитрончик не подвел. За что ему респект, его жуха. Так, давай теперь сыграем за ночной... Вот за ночной колпак. У меня плохо получается. Я даже не знаю, что там за колода. По идее, должна быть на грибах. Но это такая дотошная колода, если честно. Это надо умудриться еще сделать. А, нет. Ребята, извините, я ошибся. У нас на фасолях. Но это что-то, конечно, нечто. На фасолях. Ладно. Иди отсюда. На фасольках. Так, я уже забыл, какой. Так, все растения получают плюс один. Значит, в первую очередь нам надо выставлять вот этого. Потом уже всех остальных, да, получается? Давай свою. Воу, воу. Вот так вот, да, значит. Ну что же, погнали. Будем потихонечку веселиться. Так, веселье как-то не очень хорошо у нас получается. Ага. Так, неплохенько. Начнем отсюда. Заморозочку. Прокачал, да, типа? Прокачал. Ты лич. Так, у меня защита сработает? Сработает. Пока не будем ничего здесь делать. Ягодка. Слушай, он, по-моему, на заклинашках хочет сыграть. Как ты, не считаешь? Давай так вот сделаю, фиг с ним. Поехали. Если он будет применять заклинания, ребята, естественно, эти зомби будут прокачиваться. Вот об этом я тебе и говорил. Так, защиту. А чё? Ага, вот, вот она. Так, ну что, давай этого, наверное, швакнем с тобой. Сразу же. Красивенько. Че, ничего не стал ставить? Ой-ой-ой, что ж ты так? Так, два. Блин, как бы тут лучше сделать-то мне? Этого, что ли, выкинуть отсюда? Давай его выкинем отсюда. Ага. Так, ягоду. Ягоду поставим, наверное, да? И... карту, карту, карту мне. И вот так. Давай смотреть. Что он там? О-о-о! Естественно, этот прокачивается опять же у него. Голодранец. И он вешает на всех кровожадность. Еще прокачивается, да? Погнали. Такс, такс. Сколько нам остается ему? Два разика звездануть. Ну, с этим-то понятное дело. Сейчас мы закончим с помощью. Мы же хорош уже, а? Дурстью-то заниматься. Кто там у тебя? Ага. Допустим. Так, ну что, 2 хп. Все, ребята, ставим любого из этих шитиков и... гейм овер.
Не-не-не, парень, это не поможет тебе, и это тоже не поможет. А вдруг поможет? Вдруг у него защита сработает, ребята? Вот это будет номер тогда. Вот эту фигню мы с собой берем. Ага. Ну, давай я сделаю так. И все-таки вот так. Найс. Лучше и придумать не могли. Все прекрасно, ребята. Все у нас четенькое. Так, ну что, за растение мы сегодня поиграли вдоволь. Мы даже попали с тобой в 15 ранг, как я и обещал. Давай уж тогда в 16 пойдем. Ну, сыграем уже за зомби. Так, подожди, что там? А, нанесите 5 единиц урона героями, используя карты антигерой. Угу. Антигерой у нас только за растение, по-моему. Так, давай возьмем, наверное, попробуем сыграть за супермозга. За супермозга поиграем. Вот я раньше, ребята, все делал, как бы, аналитику. Кто лучше, зомби или растение? Раньше я считал, что зомби круче. Потом я считал, что растение круче. А потом я вышел, пришел к такому выводу, что все они хороши, если правильно уметь играть. Нету плохой колоды или хорошей. Точнее, плохие колоды есть. Но это если у тебя нет карт. Если у тебя были бы все карты на выбор, то, поверь мне, ты бы сделал бы идеальную комбу. Так, смотри-ка, он, по-моему, будет на ягодах здесь драться, ребята. Это не есть гуд. То есть меня сейчас разнесут здесь. Могут разнести. Так, гробовщик выпал. Ну вот что вот мне здесь делать? Если я поставлю, 100% он его снесет. Вот как пить дать, он его уберет. У него наверняка есть этот... Нет, у него... Да 100% у него, как это называется-то? Метеоритный удар, по-моему, или солнечный удар? А, вон у него что даже. Вот так он сделал. Ну, хотя бы потратил. Прокачивает, естественно, ребята, а как же без этого? Так, ну у нас с тобой защита сработает. А мы с тобой сделаем вот так. Надеюсь, у тебя могилоеда нету? Угу, погнали. Так, и срабатывает защита у нас. Так, ну что, перемещаем и бонусная атака, естественно. Как же без этого-то? Опа, goodbye. Так, у него очень много сейчас ягодных взрывов этих. Так что надо быть начеку. Надо быть начеку. Так, это у нас перемещение зомби плюс один. Это очень хорошая карта, пригодится вот под этого зомбика. Так, опа. Со способностью, да, значит, поставил, гаденыш. Меняем, наверное, да, с тобой на ландшафт. Но сначала поставим вот эту карту. Кого? В этого, что ли, бомбит? А ты в кого? Ой, какой ты молодец. Так, ну, во-первых, сделаем с тобой вот так вот. Это раз. Ну, во-вторых, вот так вот. Поехали. Ну что, теперь вызываем, естественно, ребят, по стандарту наш могильщик. Опа, и спрятались. А теперь сиди и думай, кто где. Ага, клубничку высунул, да? Так, ну что, ребята, сейчас мы ему навтыкаем по полной программе, да? По полной программе мы ему навтыкаем.
Блин, если я клубнику уберу, фигово, да, получится? Ну да. Поехали. Да ладно. Ну и что-то там. Мне двинется в лицо. Оу. Это борзость. Это, ребята, была борзость. Так, ну что же нам тогда сделать-то? Да давай, наверное, так вот сделаем. Пускай мучается. Ага. Хочу посмотреть, что он сейчас сделает. Мне интересно просто. Опа, виноградинка. По всем, да? Молодец. Все на этом. Тебе 7 в лицо. Так, что там, превращаем случайного в другого зомби. Ну, во-первых, вот это вот говно уберем отсюда. Это раз. И, в принципе, все, ему крышка. Раз и два. Ягодки твои не сработали. Захотел на фруктовых миксах поиграть, но обосрался, потому что, ребята, он не мог их использовать из-за того, что у меня зомби с зонтиком не давало возможности уничтожать их. Вот и все. А мы, как говорится, уже на 16 раунде. И 20 геймов еще прихватили. Ну что, друзья мои, наверное, на сегодня пока все. Но мы обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.